будет так у вас и дальше. Пусть будет легким этот опыт. Вы вознесем молитву нашу, чтобы было легче хоть чуть-чуть. Вы читаете посла, нам подарим. Ну, Господь, что будет возвестить? Святой Антоний, за вас присутствует. Азбука целая. Учиться читать. Желаю много конфет и здоровья. Но как это совместить, конфеты со здоровьем? Это надо постараться. Это только у вас получается в детстве совмещать. Спасибо вас, Господи. Так. Еще один ангел. О, какая красота. Ручная работа. Он летает. Спасибо, Господи. Так. Вас приветствую тоже с памятью святого Антония, тут видите, шоколадки. Совмещайте шоколад со здоровьем крепким. Спасибо вас, Господи, за любовь. Да, спасибо вас, Господи, кто еще у нас из шоколада? Ну, ты загорешь что-то? Загорайся. Спасибо вас, Господи. Лампочка горит? Да. Так, педагогам наш. Спасибо, Господи. Доброе утро, дорогие. Милости, Отец, разрешите вас приветствовать с днем памяти.
Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
винограде и утверди, и Боже насади десница Твоя.
и молящихся, и всех православных христиан, да помилует Господь Бога во Царстве Своем всегда. Спасибо, Господи, дорогие, за молитвы, Божие благословение, да пребывает со всеми вами. Со святым, с праздником. Спасибо, Господи, хор благодарю сердечно за пение. Храни всех, Господь, причастники, благодарим Господа. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Thank you.